Ako mi idemo na rezultate poslovanja, i to je na slajdu broj 11, to je neto dobit prekursnih razlika je oko 15 milijarda dinara, što je veće nego 6 milijarda dinara u istom periodu prošle godine. Što se tiče našej EBITDA, to je također je veće nego prošle godine 20,5 milijarda dinara, а в прошлом году мы около 8,4 миллиарда динара. Также обидно за низ, что наши оплаченные порезы и фискальные обязательства вечно, как в прошлом году, на 1 миллиард динар, то есть около 14 миллиардов динара. И то и также низ е один из наивечих taxpayer, порезских обязника. У Сербии, и зато держава, као акционер НИСа, увек обрати пажню на объем пореза, на како мы платим пореза, и НИС увек платит сви порезы на время. Когда мы глядим на наши результаты производни, веом видно, да обратим пажню, что производня домашней нафты и газа е поросла на 30%, и ово е, као мы увек е кажем, то е битно за профитабельность НИСа и за финансистскую стабильность НИСа, за то, что производство домашней нафты, кое также и раз на 25% со скоро 400 000 тонн до 500 000 тонн, то и значит за нашу рафинерию Панчево свой нафта, кое мы добьем и мы сманим извоз. Увоз. Мы сманим увоз сыровой нафты из окружения. И то и доброе идет и за нашу добит, и за наш оперативный очный ток за ОСЕФИ, и за профитабельность. Когда мы глядим на объем природы нафты и мания нега у прошлой годы, а то и само сбок того, что у току другого и третьего квартала имели смо ремонт рафинерии Панчева, кое смо планировали, и у току као результат ово ремонта ми смо радил неки одржавање опреме кои необходно да ураде због безбедности рада рафинерии. И само због овог ремонта имаме неки пад. Ај пад е око минус 192 хиляда тонна за објем природа, а тој е око просечна к нивоје објема природа рафинерии Панчево. Када ма гледаме на укупни промет нафтни деривата, и укупный промет на дериватов у малопродая, то и практично истом него, то и имам сама разлику 1%, что и 2000 тонн, то и ништа. Не велика разлика. Продая светлых дериватов также на практично истом него, как в прошлые годы. И то значит у суштины, что очекивание менеджмента, что бичи менеджмент, очекивание влады, что бичи раст на тыры, что бичи раст индустрийское производство, бичи раст экономики, не остварио. То е заключа, кој можем да кажемо. Битно да кажем, што дуг према банкам е ниже, нега смо очекивали, и нега има прошло годне, и то е због тога, што НИС има позитивен новчаник ток, кој НИС се користи да ради така се зовем deleveraging of the company. Deleveraging, како то? Сменение левериджа. Сменение левериджа. И что еще, да, капексы. Такой же битно докажет, что программа наших инвестиций у НИСу идет на вечем ниву, нега имели мы в прошлые годы. И то и такой же позитивный тренд, и то и у складу с плановима менеджмента, плановима управного отбора и плановима акционара, что НИС наставил и рады имплементации своей программы за реконструкцию рафинерии Панчево, за реконструкцию Бенинской станицы, инвестиции в наш апстрим, за повышение производства нафты и газа. И овы инвестиции, растовых инвестиций, очень глядя на новом слайду, и данные СТ капексы из ОСЕФ, например, е вече на 88%, капексы из займа Газпромата вече на 91%. И то и показывает, что НИС остварил результат, кой показывает, что инвестиции у НИСа, я покажу, что на некий додатный слайд инвестиций у НИСа имели и позитивный эффект на профитабельность.